Недетские цены на детские сады. Информация от республиканской общественности, общественной организации «Дети Якутии» о повышении платы за частный детский сад вызвала переполох у родителей. С 1 июня оплата может составить 10 тысяч рублей в месяц. Светлана Федорова постаралась разобраться в этой ситуации. У некоторых в садик ходят по два, а то и по три ребенка сразу. Повышение тарифа ощутимо ударит по семейному карману. У Ксении Кривобок сын ходит в частный садик «Белоснежка» с 1,5 лет. Это единственный детский сад в Якутске, в котором идет субсидирование с 1,5 лет. Родителям объявили о том, что будет повышение стоимости оплаты детского сада. То есть ранее мы платили по 6300, потому что было финансирование, субсидирование со стороны нашего управления города. Да? С каждым праздником у нас и ярмарки различные проводятся, и выступления мы типа подготавливаем. Родители сами вкладывают это деньги, то есть никто не дополнительно финансирует. У детей полноценно идет развитие, они, естественно, общаются с сверстниками. Приходит логопед, занимается с детьми. Вот, соответственно, мы бы хотели сохранить по возможности, чтобы нам выделили все-таки субсидию. Субсидирование частных детских садов решило проблему с нехваткой мест в муниципальных. За счет предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования, было создано почти 2500 мест. Но с ноября прошлого года выплаты субсидий прекратились. Теперь с 1 июня на коммерческую оплату услуг могут перейти 28 частных детских садов. В управлении образования объяснили, что для выплаты субсидий городской округ участвует в конкурсном отборе, проводимом Министерством образования Якутии. Результаты конкурса были подведены в конце февраля текущего года. Сейчас идет процедура оформления данных результатов. Субсидию никто не отменял, она есть, действует. Да? Сейчас мы подписываем соглашение с Министерством образования, и после поступления финансирования от Министерства образования будут произведены все необходимые выплаты. Процедура оформления может занять некоторое время. Саргылана Федорова, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск.